Ну, тут получается, больше на рыбок смотришь, чем рыбалкой занимаешься. Ладно. Всем привет. Привет подписчикам канала. Привет тем, кто случайно зашел на огонек. У нас сегодня рыбалка. 17-е вторник. Холодина такая сегодня, морозец, лунки затягивает. Озеро Маховое. Ротанчик поклевывает. Тут вот столько народу. Я уж тут приехал, поймал и думаю, надо с вами поздороваться. А то приехали и за рыбалку сразу взялись. Ну а ты не поздоровался, так хоть поздоровался. Сейчас без телевизора. Без телевизора порыбачу. Маленько это самое. Туда смотришь телевизор. На кивок не смотришь, рот раздеваешь. Но видимость, конечно, слабенькая. Видно, но не так хорошо, как, допустим, если бы была хрустальная вода. Надо куда-то съездить, где хрустальная вода. А у тебя тройничок? Да. Неудобно, да. Да, вот. Я одинарным пользуюсь. Неудобно. Один вытащил, другой, да, попал в рот. Как бы это самое. Вот, неудобно маленько. Давай подержу. Что, насадил, что ли? Вот это все? Пацанам не надо? Пацаны, надо кишки. Кишки надо, пацаны? Если их пожарить, они будут вкусные, как щучьи. Славик с клевой рыбалки всех в Якутии кормит кишками щуки, а мы будем всех кишками ротана кормить. Белок сплошной. Пойдем погреемся? Ну пойдем погреемся в гости. Что вы тут делаете, пацаны? Водку пьют. Кого? На что наступил? На твоих ротанов? Так, да я вот сюда встану. Кому кишку? Насаживайте кишку. На кишку лучше, чем на куриные ваши эти шкурки. Оп-оп, ну и что? О, какой хороший живец! А цвет, правда, другой. Хороший живец. Надо жерлиц уставить. Жерлиц кто-нибудь взял? А я вот хотел, блядь, взять. Вот на него будут вот такие вот ловиться здесь. Мне кажется, есть жерлиц. Так можем поставить. Чуть-чуть, да, надо? Не-не-не-не. Маленько, ну тогда чуть-чуть. А что, на жерлице удобно? Понимаешь, я так полагаю, что если такого живца поставить на жерлицу, средний его не схватит, а схватит только большой. Вот так вот у меня это мысли возникают такие. Так что вот надо на жерлицу попробовать. А ты это от фидера использовал, да? Да, для самоделочки. Ну, удобно тоже. Тут у всех самодельные удочки. Вон, у Ромы тоже Дима сделал ему самодельную это. Как она сломала? Я косяк. Ну это где-то было стукнуто или еще что-нибудь. Так, как бы, если пил, даже это. А в руку долбит, хорошо, руку слышно, долбит, да. Если вот, то есть по катушечке, то не так. А тоже долбит, потому что она информативная очень. Да? Надо вот это вот, заехать в поплавок и взять не трубчатый, не трубочек, а полнотелые, да, есть колено для удочек, полнотелые. Я вот на ту купил себе с углепластика, поставил, 20 рублей она, ну, правда, красного цвета, ну и ладно, оранжевого. Вот, углепластик никогда не сломается, а трубочки они бывают, сломаются. А еще при транспортировке их где-то там стукнули, уронили. Лучше вес еще побольше будет. Или еще что-нибудь. Ну, блин, на улице. Вес тут не играет, ага, тут это жарко и газом воняет. Я сейчас этот поставлю, внизу не воняет, даже холодно. Да тут вы как-то сокоманы. А что за борщ у вас там? Открой эту фигню. Да некогда мне кушать, мне надо это рыбу ловить. Че? Вот ту коробочку давите. Сейчас подам. Сейчас только вылезу отсюда, с этого бункера, бля, как вы тут живете. Вот эту. Ой, еще не сполкнуться. Держи. Вот она. Ну прикольно. С камерой сорвался. Но я его видел так. Открыто, открыто. Ой-ой-ой. Ну давай. Целая куча.
Да что ты, блин. Прикольно. И вода мутноватая, чуть-чуть мутноватая вода. Так, такая игра не нравится. Паразиты. На. Ой. Ни хрена себе. Не ругаемся. Не ругаемся, ребята. Дядя Вова, ты что за дьявол? Это ты что? Ты пришел меня поснимать? Да, монстрик. Вот это монстрик. Да ты ротик-то открой. Это нет большего дела? Ну что, пацаны, вам сказать. Наливай. На прощание. За рулем мы все за одним. Прям сосуды, да, у него, как видно? Тут не только сосуды, тут и, это, как ее? Почки, печень видно, вот здесь где-то оно, вот в этом районе. Не, ну красавец, есть у кого-нибудь весы? Как рентген. Ни у кого весов нет? Рулетка я с собой не снимаю. Да что рулетка? Так, 20 сантиметров вот до сюда, и здесь 20 сантиметров, 22. Ладно, пусть лежит. Надо это убрать, да, наверное, какой-нибудь спрятать мешок, а то буря же, да? Легко же. Махом, как на стадионе. Но. Да, вот этот, ага. Так, ну я его тут даже и вот в эту камеру заснял. На иглу взял на стоячку? Ну я ж вот, ну да, я вот так сижу, подыгрываю. Вот еще один подошел. Да. Я ему сейчас вот так вот поболтаю. По губам, да? Позлю его сейчас чуть-чуть. Оп, замер. Опа, видишь, тыкс в руку я услышал. Удобно, да? Не, неудобно. Нет, по камере смотреть. Неудобно. Неудобно. Ну, хотя бы... Отвлекаешься на камеру и смотришь, рот разинул туда, ойкаешь, айкаешь. Вот. Ну, где этот кабак? Вон он. Неудобно. Тут или ловить, или надо, или мультики смотреть. Одно из двух. Ну, а вот, бери. Опа, вот он. А, блин. Ну этот маленький. Чего, сколько, Дима? Все. Ну обрадуй меня, скажи, что 320 грамм. Да. 215. 215? Вот этот олипучик 215 грамм. Ой, 215 грамм. Ну да, мелкий. А тогда ты с Курганского этого вчера мне... Фотку прислал девушка. Сколько там? 600 с чем-то, да? Там это тогда в три раза больше, чем вот это. Вот это, да. Чудо в перьях. Вчера выложил ролик с позавчерашней рыбалки, с 15 числа, которая была, первый лед. И там мне написали, почему вы не ловите на короткие удильники. Ловил я на короткие удильники, прям руку так, блин. И на мормышке я ловил, и пробуривал по несколько лунок, и ставил вот эти вот балалаечки, короткие удильники, да? Неудобно. Ну, это такие небольшенькие. Небольшенькие. Неудобно. Короче, как тут получается, вот удильник, да? Вот удильник, сколько он тут сантиметров, да? Я сижу спокойно от лунки. Вот я сделал мах кистью, хоп, небольшой, там хорошо подпрыгнуло. Могу постучать вот так вот просто взять, как бы стучишь, да? Вот смотрите, вот пальцем стучу, а там он колышется уже. То есть не надо вот как бы таких вот трясок там, чем вот на коротком, амплитуда больше и удобнее гораздо. Потом, если, допустим, глубины небольшие, вот, поднял его руку, а еще вот удильник, еще вон сколько, и все, и достал, вон его достал, из этого самого, из воды. Так что вот
Прошел я это все уже на 100 рядов и давным-давно. Да, спасибо большое, что советуете. Вот, молодые рыбаки, да. Но со временем вы поймете, что лучше, что не лучше, когда попробуете одно, второе, третье. Вон у меня их целая куча всяких разных. Вот это вот как бы ответ вот этому пареньку, который мне написал, что чего вы не ловите на маленькие, на короткие удильники? Потому что неудобно. С другой блесенкой. Вот про что я как бы говорил там вот в начале ролика, что мне говорят, попробуй, что не ловишь на короткий. Вот есть короткий. Вот еще у меня тут куча. Куча. И такие есть. Это хлыстики. И такой есть. И вот такой есть. Вот. С двойничком. Попробуем, наверное, с двойничком. Вот. Так что у меня тут как бы арсенал есть. Но мне, я говорю, удобнее мне ловить на длинные удочки, просто что удобно, чем на коротыши. Короткой надо махать много, большие амплитуды делать. Все, сейчас. Так, тут у меня термос стоит, пойду вот это вот сейчас насажу. Маленько другая блесенка с двумя крючочками. Возьмем кишочку, его поменьше размером, в кармане лежит и льдом покрывается. Так вот даже на один насадим, чтобы вероятность посечки, да и спрячем, ладно, ничего, вот так вот. Все, поехали. Ну, такая вот удочка. Тоже длинная. Вот сидишь от луночки далеко, сидишь спокойно. Не напрягаешься, не сутулишься, выпрямившись. А так вот была бы короткая, я бы вон там бы сидел. Зачем? Опа, вот он есть. Ну, это небольшой. Пусть будет. Пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом. Я даже и по лункам не ходил, как сел вот на этом. Так. Оп! Оп! Они какие-то... Ну вот. Двойничок. Не за один, так за другой. Засечется. И они не болтаются, не впаянные. Ой, они впаянные, не болтаются на там. Опа! Вот, пожалуйста. Да что ты так вот. Вот что значит. Поменял. Надо, наверное, побольше наживку насадить, чтобы это самое. Она была большой. А большому куску-то рот раз всегда. Ну, вот какой-то формат сегодняшнего видео такой. Интересный. Можно сказать, ответы на вопрос. Советовали мне половить ротана на мясо говядины. На сало свинины. Все это я попробовал уже в своей жизни. И самое лучшее — это глотка вот этого ротана. Приехал домой, почистил, вытащил ему эту кишку, освободил его от этих ротанят маленьких, а там от того, что он проглотил, положил в морозилочку в коробочке, и все, она до следующей рыбалки лежит. Червяка я быстро разбивает. Зимой червяка тоже плохо использовать. Только такое вот, ну как бы мясо там или еще что-нибудь. Шкурка куриная тоже хорошо работает, пока она свежая. Потом, когда выстирается уже в воде за полдня, то оно и получается, что она уже такая твердая становится, как кирзовый сапог. Желудок ротана, вот эта кишка, да? Она постоянно мягенькая, постоянно это самое, он ее хватит. Она вкус имеет свой родной, ему знакомый. И крючок его засекает хорошо. Ну, не плотная консистенция вот это вот, что висит на крючке. Вот, еще на один вопрос ответил, который мне задавали. Ну и советовали, вот попробуй на то-то, на то-то. Пробовал я все на свете. От мяса до силикона. И от пустых мормышек даже. Берет он на движение. Реагирует.
Он хищник, он на движение. Что-то плывет, значит, это съедобное, значит, это живое, значит, это можно сожрать. Ну, давай. Что ты думаешь? Все, подошел, да? Да вон, стоит и смотрит. Нерешительный какой-то. Какой-то нерешительный. Ну, давай. Ой, тугодум. Ой, тугодум. По кивочку сейчас будем смотреть. О, пришел конкурент. Ну и чё, кто из вас? Кто из вас сообразит быстрее? Да ладно. Опа! Ну, небольшенький. Небольшенький, небольшенький. Так. А что если сейчас нам свеженькую насадить? Это вот мы туда отправим. Так. Может, выстиралась уже? Выстиралась уже, может быть. Не пахнешь что-то так вкусно и заманчиво. На, тебе еще туда бросим. Ну вот уже и кишка сверху упала ему на голову. И рядом с носом я болтаю приманку. Все, поплыл. Ну, давление сегодня. Очень сегодня высокое давление. Вот он это самое. Так. Сейчас мы вот это вот попробуем укоротить. Вот. Это как это? Жучок-плавунец. Ну, все, замерли. Угу. Никого не подплывает. Тинь-тинь-тинь-тинь-тинь-тинь. Блин, игрушка. Вот игрушка где, а? Вот игрушка-то где, в развеселье. Все, нафиг, выключу я телевизор. О, подплыл. Вот по окуню камера, обалденная вещь. Она мне так помогала. Я пол рыбы облазил, нашел по камере окуня. Причем много. Он 2-3 года успешно ловил. Не, она помогает, конечно, на это самое, в поиске. Это не просто эхолокация там что. И побалдеть, если скучно. Повадки посмотреть. На, я ему помучу сейчас. Как будто тут что-то такое вот это. Муть создам. Все, нафиг, выключу. Так. Запись здесь. Ну вот, наверное. Наверное, уже и будем заканчивать. Время 4 часа. В принципе-то, как я опробовал камеру, опробовал новую удочку, поймал вот такого монстрика. Вот. Рыбалкой доволен. Убедился, что маховое работает, не сдохло. Рыба не вывела здесь. Ничему его не сделало. То есть можно приезжать спокойно рыбачить. Вот. Есть экземпляры хорошие. Попадается. И можно так, если приехать, не торопясь, чтобы время было. Такой с утра и часиков до 6 порыбачить. Можно и жерлицы поставить. Вот. Ой! Карапузик. Карапузик. Прынь-прынь-прынь-прынь-прынь. Вот, так что нормально. Ну тут еще это самое, поговорил с местным рыбаком, с дедушкой.
Красного Яра. И он мне рассказал, что тут недалеко есть хорошее болото. Делаются вот такие, только такие. Он пришел сюда ловить живца, мелкого ротанного живца. Так что, ну все, до свидания. Вот, так что, можно это самое, разведать и попробовать туда съездить на здоровых ротанов. Ну все, всем пока, всем до новых встреч. Всем не хвоста, ни чешуи. Пока-пока.